Это такое шоу! Это, блядь, круче, чем Дом 2 построить свою любовь, блядь. Я один раз пробую, парни. Финал. Уровень не указывали, я могу на любом танке сыграть. Значит, давай на Т2 ЛТ. Ну, блядь, не получится, значит, не получится. Все, ребят, попыток больше не будет, ровно одна попытка. Один живой игрок, остальные боты. Леонид Ковальчук, Семен Табаков. Ну, бля, с ботами есть шанс. Мне надо, главное, Викерса найти и обезвредить сначала. Я на зеленку поеду. Зеленку выиграю, поеду в запас стану. Оптику надо было ставить, а не турбонагнетатель. Это ошибка у меня допущена. Оборудование плохое поставил. Задание 100% захвата базы. Какой-то. Пробитие, 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 пробитие. Какого хуя тут два танка, блядь? Вы что, издеваетесь? Место ставить. Пиздец, два танка, блядь. Как мне их убить? Тут останусь. Чё? Как их убить? Через куст. Ремки нету, это пиздец. С пушки сломанной, блядь, сейчас стрелять буду. Ну ладно, это не критично. Она же пулеметная. Бля, я, наверное, поеду лучше город убью и... поеду в захват. Просто вот этот Викерс, это живой игрок, это не бот. Все остальные боты. Надо сначала вот этого типа убить. Я не знаю, что это за танк, Light Vickers. Британец какой-то. ТТХ, не знаю его. Пробитие. Тоже барабан, тоже барабан. Ебать, у него барабан долгий. Вы видели, как у него барабан долгий, охуеть. Он секунд 10 подряд стрелял.
А не сбить захват в состоянии? Боты. Мне кажется, союзные боты базу сбивать не умеют. Надо убить того, кто на захвате стоит. И самому поехать вставать. Вот дерево повалилось. Пробитие, пробитие, есть пробитие, есть пробитие, пробитие. Охуеть! А, это не блайнд, я думал это блайнд, прикинь. Пробитие, 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 пробитие. Это невозможно! Это просто невозможно. Меня боты, блядь, контрят. Просто боты унижают. Они, блять, они вернулись в деф. Пиздец, пиздец. Просто пиздец, это ужас. И чё, кто в захват стал? Опять этот крузер. Лол, они втроем берут базу. Пробитие, 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 есть пробитие. Уничтожен. Броня не пробита. Есть пробитие, пробитие, есть пробитие, есть пробитие. Один танк вернулся в захват. Да ну ты пидор, да не вздумай. Сука, вдвоем захват делают, ну это пиздец. Почему-то мои боты базу не сбивают. Животные, блядь. Пробитие, есть пробитие. Ой, блядь, что мне делать? Есть пробитие, пробитие, есть пробитие. Цель захвачена. Есть пробитие, есть оставить цель. Может просто снегом стать. Первым, 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 первым по теплу. Пробитие, пробитие. Блять, как это сложно. Это нереально сложно. Не пробил. Есть пробитие. Есть пробитие. Пробитие. Есть пробитие. Пробитие. Есть пробитие. Есть пробитие. Пробитие, есть пробитие, пробитие, не пробил. Все, я на... Ну-то толку нету, они базу захватят, союзники мои. Блять, ну это было, конечно, эпично. Как это эпично, твою мать. Твою мать, как это жестко. Ой, блять. Вы гандоны, блядь. Не берите базу. О, слышь, блядь, 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 он сейчас собьет, быть может. А вдруг лол-трактор собьет? Вдруг он собьет, блядь, не перевернись. Ага, он съехал. Да ладно, подожди. Подожди, блядь. Я сейчас МБ сделаю.
Давай. Сука, живи, говно, живи, не сдохни, блядь, не сдохни. Не сдохни, блядь. Стой! Давай я песню какую-нибудь включу. Две полоски. Все, я врубил песню. Блядь, три полоски. Три полоски, три по 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 три полоски. Хандас тусовки. Это интересно, аноним, спасибо за поддержку. Три полоски. Как это? Я хуеюсь и сделаю, блядь. Три полоски. Это самый сложный челлендж в жизни, блядь. Самый сложный. Три по три полоски. На штанах полоски. Три срочетных соски. Три полоски. Три по три полоски. Мы не боимся, в углах не таимся. Три полоски. Сейчас, прикинь, эта шавка ко мне в захват въедет, бля, я охуею. Смотри, на меня башню поворачивает. Блять, стой! Я сделал, блять! Охуеть! Это, блять, сложнее, чем против игроков, я вам клянусь. Три полоски. Охуеть! Это такое шоу! Это, блядь, круче, чем Дом 2 построить свою любовь, блядь. Три полоски. Три полоски. Три полоски. Дело сделано. 100 очков захвата базы и 100 очков защиты базы. Охренеть. Сейчас летят по полям, синий трактор едет к нам. У него в прицепе кто-то песенку поет. А ну, малыш, давай. Это очень круто. Евгений, я хочу тебе выразить огромнейшее спасибо за этот челлендж. Мне супер понравилось. Я даже выложу этот челлендж отдельно у себя на канале, отдельным видеороликом. Поэтому, друзья, кто смотрит этот видеоролик, прожимайте лайки и пишите, как вам такой эксперимент. Мне супер понравилось, и самое главное, что это было весело. Спасибо всем, кто посмотрел этот видос. А Евгению огромное спасибо за этот крутой челлендж. Он действительно получился очень напряженным и шикарным.